проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 773, второй том. Любил ли Адам Еву? Если да, то почему он свою вину свалил на Еву? Ответ Игнатия Лапкина. У Адама и Евы не было еще никакого опыта, ни того, как скрыть грех, Никак покаяться. Они действительно были как малые, неразумные дети. Все было в девственной неповрежденности, без лукавства. Первый вопрос нужно ставить: почему Адам послушал Еву? Попытаемся примерить к себе: где был Адам, когда Ева совершила преступление? Почему она была не рядом с ним? Не в командировке же он был в тот день. И Ева в каком расположении духа была к Адаму в этот день, почему она не нуждалась в нем, как в советнике. Так как провозглашение главенства мужа над женой произойдет позже, мы можем предполагать, что по развитию они были равны между собой, и она не искала его совета. Они еще не знали друг друга, как муж и жена, и общение их поэтому было нескучным то есть они еще не «приелись» в кавычках друг к другу. Беспорядочные движения в нижней части тела их не беспокоили, они были наги, и никакой плейбой ничего бы им не смог дать более, чем имелось в наличности. Повторяю, что это только лишь предположение. Некоторые считают, что Адам согласился вкусить плод, который подала ему Ева в знак солидарности с нею, по любви к ней погибать, так вместе. На миру и смерть красна. Что ощущала Ева в тот момент, когда вкусила, когда открылись уже у нее глаза? Быть может, Ева поведала о том Адаму, что древо познания добра и зла дает знание, что он все еще подготовишка, а она окончила университет и притом очень быстро почему же Адам не взял вину на себя? Он просто говорит, как было, ничего не скрывая, не думая о последствиях. Думаю, что и Ева его в этом признании, как сегодня сказали бы, заложил ее, никогда не упрекала. Она могла просто сказать, что правда, то правда, виновата я. Тем более, что Бог это подтвердил. Поэтому можем сказать определенно, что Адам любил Еву, но в воспитании детей были серьезные пробелы. Один из них стал уголовником. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.